сегодняшнего дня повышается стоимость проезда в трамваях и троллейбусах. И это не первоапрельский розыгрыш. Билет на одну поездку теперь стоит 20 рублей при наличной оплате. И 18 рублей, если пассажир оплачивает электронной картой, то есть безналично. До этого стоимость проезда составляла 17 и 16 рублей соответственно. Это вынужденная мера, довольно непопулярная, но все-таки предприятие должно жить, существовать в связи с тем, что на сегодняшний день подорожали все услуги, товары народного потребления, которые нам необходимы для ремонта подвижного состава. Выросли цены на коммунальные услуги, а ведь для трамваев и троллейбусов нужны электричество и отопление в холодное время года. Кроме подвижного состава, необходимо ремонтировать и дорожные пути. При нормативе 19 километров с 2007 года силами трамвайщиков были починены рельсы всего на трех участках. Это улица Марата и Радищева и стрелка у торгового центра «Спартак». В этом году предстоит ремонт на улице Тимирязева, а дальше по Верхней Полевой. Хорошо, что работники электротранса все умеют сами – и вагоны реставрировать, и рельсы укладывать. Необходимо заниматься обновлением парка. Большинство вагонов 70-80-х годов выпуска, из несуществующей уже Чехословакии. Недавно из Москвы в город прибыли несколько трамваев, безвозмездно переданных столичным правительством. Сейчас рассматривается возможность в ближайшее время взять в лизинг 30 новых вагонов. Кстати, себестоимость проезда по итогам прошлого года составила 27 рублей. Предприятию помогает областное правительство. Из бюджета выделят 200 миллионов рублей субсидий. Мы анализировали, конечно же, информацию по стоимости проезда и в других регионах Приволжского федерального округа. Но традиционно город Ульяновск здесь занимает одно из, скажем, низких позиций по тарифам, самые дешевые тарифы до недавнего времени были. И даже сейчас при поднятии тарифа до 20 рублей за наличный расчет, а до 18 за безналичный расчет, мы, тем не менее, являемся самыми дешевыми в этой нише. Без изменений останется стоимость единого социального проездного билета для федеральных и региональных льготников. Он так и будет – 300 рублей. Этим правом в области пользуются около 30% жителей города. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.